Сегодня мы не только вспоминаем высокие события, которые имеют свою историю, более будущее, но мы и молитвы участвуем в этих событиях. Это период событий, когда Бог по образу Молодец Христа пришел на землю, чтобы обновить человеческую природу, человеческую систему и вложить в сердца людей огонь божественной любви. Мы знаем о том, что великие мудрецы предприняли большой путь за звездой, чтобы поклониться также Христу, раздать его почести, абсолютно Богу. Но мы знаем, что кроме этого много людей равнодушно отнеслись к этому событию, и об этом не знали. Thank you.